Какая красота в Романово комплексе. Газон тут. Горечки, кафешка и бассейн с шезлонгами. Нормально, народу немного, но бассейн маленький. С учетом того, что мы здесь редко бываем, нам и такого достаточно. Купались, вода прохладная. Ну ничего, пойдет. Ой, сейчас будем лежать и загорать. Так, это все с шезлонга. 3 или 4 раза, 4-й ряд. Все, бассейн маленький, неглубокий, правильно сказать. Есть еще детская зона. Глубина какая? Вот сам бассейн. Смотрим. Идем вот туда, на газон. Я оставила тут свои топотушки. Топ-топ-топотушки. Привет! 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 Помаши рукой. Привет! Алло! Ай-яй-яй! Кто тут? Привет! Вот, а здесь показываю эти подушки, и еще даже качелики есть. Так вот удобно, можно тоже по травке походить босичком. Такие еще подушечки я не освоила. Такие, что они себя представляют, мешки на сиденье. И там вот дальше, а там еще есть волейбольная зона. Просто возьму.